Петрозаводске маршрутка столкнулась с легковым автомобилем, пострадали два человека. Как рассказали в госавтоинспекции Петрозаводска, ДТП произошло утром 7 июля на Соломенском шоссе. В ролике, которым поделились очевидцы, видно, что на месте работали медики, а также спасатели. Им пришлось распиливать машину. В аварии травмы получили водитель «Опеля» 74 лет и пассажир 77. Их госпитализировали в медучреждение. Проводится проверка.